В республике 2017 объявлен годом молодежи. В районах идет подготовка плана мероприятий. Из Алёк Минска передает Елена Фаст. Первое совещание молодежи в этом году больше напоминало мозговой штурм. В зале собрались представители молодежных организаций всех форм, а также заинтересованные лица. Любой желающий мог предложить свою идею и видение, каким должен быть 2017 год, как можно сделать его ярче и интереснее. Какие-то предложения уже здесь взяли на заметку, а кто-то здесь же нашел будущих партнеров, ведь некоторые проекты станут лишь полноценнее, если их провести большим количеством. Мы первым делом предлагаем все-таки добавить еще мероприятия, касающиеся экологии. От нас предложение такое, чтобы провести некую экологическую викторину. Замечательно, что активны не только город. Харинский наслег не останавливает расстояние. У нас по наслегу числится около 80 молодых людей. Они у нас очень активные, они каждый год собираются, помогают ветеранам нашим, устраивают концерты, принимают активное участие в районном масштабе. Кроме плана и перспектив, здесь же выбрали штаб, состав которого конкретно будет отрабатывать по заявленным планам. И первое мероприятие состоится буквально на следующей неделе. В течение всего мероприятия мы покажем номера, которые скажут о том, что все-таки у нас есть талантливая молодежь, что она хочет двигаться и не хочет там где-то засыпать или сидеть только в компьютере. Елена Фаст, Сергей Лифу, НВК Саха, Алёк Минск.